Болезни сердца и сосудов – это основная причина смертности по всему миру, но смесь клюквы, меда и чеснока снижают риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляют иммунную систему и используются для чистки сосудов. Полезные свойства этой смеси обуславливаются богатым составом, витаминами, микро- и макроэлементами. Клюква – это зеленый кустарник, который растет по всей Европе, России, Украине и других странах. Все типы растения съедобные применяются в кулинарии, косметологии и медицине. Ягоды содержат глюкозу и фруктозу, лимонную, щавелевую и янтарную кислоту, а также пектиновые вещества и целый набор витаминов С, В, ПП и К. Витамин С, который содержится в клюкве, дает повод сравнить эту ягоду с лимонами и грейпфрутами. Мед – это очень сладкий десерт, являющийся нектаром цветов с частичной переработкой в зобе пчел. Он используется в кулинарии и медицине уже более 4000 лет. В меде содержится более 80% углеводов, благодаря чему он дает организму много энергии, витаминов и макроэлементов. А чеснок содержит эфирные масла, в особенности аллицин. Он является сильнейшим антиоксидантом, избавляющим клетки от свободных радикалов и защищающим от раковых болезней. Чеснок с медом и клюквой поможет очистить сосуды, повысить иммунитет, стабилизировать артериальное давление, уменьшить головную боль, а также улучшить сон и препятствовать размножению микробов и бактерий в организме. Смесь на основе этих компонентов имеет противогрибковый, антибактериальный, жаропонижающий эффект и может выступать в роли слабого, болеутоляющего средства. Оно отлично поможет при авитаминозе, простудах, бессоннице, а благодаря сосудорасширяющим свойствам поможет любому мужчине решить проблему с потенцией. Приготовить смесь очень просто. Берем 500 граммов клюквы, 2 головки чеснока и 250 миллилитров меда. Ягоды промываем и измельчаем в мясорубке, блендере или в обычной ступке. Чеснок очищаем и измельчаем. Смешиваем оба компонента в кастрюле и даем смеси настояться в течение 10-11 часов. Затем необходимо добавить мед в такую смесь. Очень важно проследить, чтобы мед был густым, но текучим. Засахарившийся продукт нужно предварительно растопить на водяной бане. Употреблять его необходимо по 50 мл 2 раза в сутки во время завтрака и ужина.